Торс, как с первой любовью. Она обрушивается на человека, подобно грому среди ясного неба, и навсегда остается в памяти той встречи, когда все было впервые. И слова, и улыбка, и признание. Казалось, сама жизнь все подстроила так, чтобы эта любовь обязательно случилась. Мы истосковались тогда, в середине 50-х годов, по музыкальным фильмам, ну, с времен кубанских казаков, это 1949 год, их не было. Истосковались по красивой жизни, по ситуациям, в которых нет ни грана политики. Истосковались, конечно, и по красивым женщинам. И вот она появилась во всеоружии, сверкающей улыбкой, удивительно обаятельная, с необыкновенным разрезом глаз он сразу стал модным, с песнями, которые все запомнили. Cumbra si pade divina, deja que mi amor te cante, yendo con la estudiantina, por tus ruas adelante, me minas a todo al entecho, cariño casi galante, siempre te llamo con bello, siempre te llamo con bello, con brazos estudiante. Padilla, voz de flor que debo vento, siempre brotando en los jardines de sentimiento. Muchos vivieron de noche por su mal y se quedaron por siempre en Portugal. Todo su niño, muy triste, me encantó. Se decidió a mi cama no está. Cuando un canto se contrapía, todo su niño, todo su niño. Ручей не спадающий с кручи, через два ночного сада. Если послушать получше, тоже нам называют Падо. Niña que riega el Montejo, en mis brazos soledades, me corazón y te entrego. Испытывала ли Москва когда-нибудь такой натиск зрителей, который она испытала, когда в 55-м году вышел на экраны фильм «Возраст любви». Он пошел сразу во всех крупнейших кинотеатрах Москвы. Вот, я куплю еще. Не бедуйте. Вы слишком много тратите, правда? Но ведь мы скоро будем богаты. Кто знает, Альберто. Ваша музыка очень хороша, и мы уже знаем, что она понравится. А как я? Если вы и другим будете нравиться, как мне, то... Вы очень добры. Когда полюбишь, становишься добрым. Альберто? Надо подумать, прежде чем говорить такие вещи. Не проходит и часа, чтобы я о вас не подумал. Я не говорил еще, что я вас люблю. Если я не ошибаюсь. Мы с друзьями выбрали этот двухзальный кинотеатр «Родина». Здесь сеансы шли через каждый час. Фильм таскали из зала в зал, из синего в красный. И была надежда достать билеты не на сегодня, нет. На дверях давно висела надпись, но сегодня все билеты проданы. Помните такую? Нет, мы хотели достать билеты на завтра. И вдруг приятная неожиданность. В этом битком набитом кассовом зале вдруг объявляют. Дополнительный сеанс в 23 часа 30 минут. «Берем?» – спросил я друзей. «Спрашиваешь?» – ответили они. «А потом, как доберемся, метро в час закроется?» Ерунда! От Семеновской до Серпуховки не так уже далеко. Дойдем как-нибудь. Мы шли тогда по ночной Москве, полные восторга.
нравилось в картине все. И эта история с отцом адвоката, который не пожелал, чтобы его сын женился на замечательной певице Соледад Реалис. Имя такое, его хотелось петь. И это дочь Соледад Реалис, Анна Мария Росалес. Тоже имя. С ее остротивым характером. Красивая, такая же, как мать. Обе роли играла Лолита Торрес. Ну, конечно, больше всего восхищала сама актриса. С ее нежеланием жить подобным. С ее нежеланием подчиняться чуждым правилам. Она жила только по велению собственного сердца. Между прочим, дубляж картины. И тогда впервые зрители обратили внимание на дубляж. А какие актеры? Рубен Симонов, Серафима Бирман, они дублировали героев картины. Но они не просто говорили за них, они проживали их жизнь. Он обручался аристократкой. С той, которая ему предназначена. У нее есть состояние, знатное имя. Это девушка из общества. Но встретив вас, Альберто потерял голову. Этот скандал будет стоить ему жизни. Он же не стреляет, он же... Теряет жизнь, которая создана для него. Подумайте, сеньорита, если Альберто женится на вас, перед ним сразу закроются все двери общества. И даже двери моего дома. Как же так? Это ужасно! Да как вы смеете думать так плохо обо мне, сеньор? Что вы, сеньорита, я пришел, потому что думаю о вас хорошо. Вы же меня оскорбляете. Не оскорбляю, а убеждаю, если вы действительно его любите. Да, я люблю. Умоляю, спасите его. Вашу любовь даст ему минуты счастья. Но впоследствии, что его ждет? Его карьера, все будущее, семья. Он все бросает, чтобы быть с вами. А это ничего не стоит. Я знаю, что Альберто для вас забудет все. Не обрекайте его на жертву. А вы не жертвы. Не стоит и говорить. Ваша жертва, сеньорита, могла бы быть возмещена. Вон отсюда. Я ведь не хотел. Вон отсюда. Уходите. И вы, он, папа, уходите. Вы можете не волноваться. Знаете, ваш сын мне больше не нужен. А его знать мне никогда не было нужно. Слышите? С экрана